Всем хэггады, и да, я вернулась спустя 2 недели. Сегодня я вам расскажу историю одного из моих персонажей. И этот персонаж – Изюмка. Изюмка – это белая кошка с пятнышками на спине, на лапах, на хвосте, на лбу и у основания ушей. Также у нее красные глаза и шрамы, которые она получила в битвах. Изюмка довольно добрая, но у нее есть огромнейший минус, о котором вы узнаете позже. Давайте приступим непосредственно к самой истории этого персонажа, но перед этим я хочу вас, так сказать, предупредить. Все племена в моем лесу названы так же, как и в каноне. Изюмка была обычной дворовой кошкой и ничем не отличалась от других котов. Ее главной целью и мечтой в жизни было попасть в лес и встретиться там с лесными котами, так как она слышала от других котов, что в лесу обитают лесные коты. Но в один день двуногие забрали ее к себе в гнездо. Они решили назвать ее Пушинкой из-за того, что она была очень пушистая. Юная Пушинка обожала свободу, поэтому она начала думать, как можно сбежать от двуногих. Но вот двуногие отпустили ее погулять на задний двор, и там ей пришла гениальная идея. Все гнездо двуногих окружал забор. Этот забор был очень высокий, поэтому Пушинке не удалось бы его перепрыгнуть. Но на заднем дворе, прямо около забора, была лавочка. И вот, когда двуногие отвлеклись, Пушинка прыгнула на спинку лавочки, а оттуда с трудом, но перепрыгнула забор. Она была снова на свободе за пределами забора. Перед ней виднелся лес, она стремительно побежала туда. Через какое-то время она оказалась на территории грозового племени. Коты, осматривающие территорию, сразу ее заметили. Что домашний котенок делает в лесу? Тут опасно, лучше иди домой. Да, Полночь прав, лучше иди к себе домой, тебе тут небезопасно оставаться. Сказала Серохвостка, подойдя к Полночи и Пушинке. Нет, я не хочу возвращаться к двуногим, я хочу быть такой же, как вы, я хочу жить в этом племени. Умоляюще смотря на Серохвостку, ответила Пушинка. Ладно, идем к предводителю. Они отправились к предводителю. Еловая звезда, смотри, кого мы нашли. Домашний котенок. Да, можно оставить ее в племени? Ладно. Пушинка осталась жить в грозовом племени. Еловая звезда дала имя Изюминка. Через неделю Изюминке исполнилось 6 лун, и ее посвятили вороженосцы. Теперь ее звали Изюмолапка, и ее наставницей стала Серохвостка. Изюмолапка была прекрасная ученица и очень старалась. Но жизнь Изюмолапки не была такой уж красочной из-за того, что она была домашним котенком, и ее всячески пытались унизить другие коты. Конечно, Изюмолапку это очень задевало, но она пыталась держать себя в силах. Время пролетело незаметно, и вот уже посвящение войны. Изюмолапку теперь стали звать Изюмкой. Изюмка стала очень хорошим воином, но унижения со стороны других котов в ее сторону не прекращались. Прошло довольно приличное количество времени. Уже давно умерла еловая звезда. Примерно месяц назад потратила последнюю жизнь дымка, которая заняла ее пост. Теперь племенем правила Серохвостка, которую теперь зовут Серая. Изюмку продолжали унижать. В один момент она не вытерпела. Как же вы достали? Да я докажу вам, на что я способна. Изюмка в ярости убежала. Она прибежала в племя теней. Что тут делает грозовая кошка? Яростно сказал предводитель. Мне надоело жить в этом грозовом племени, я хочу вам помочь напасть на него. Еще один воин нам, пожалуй, не помешает. Изюмка вместе с племенем теней разработали целый план по тому, как напасть на грозовое племя. И вечером они напали на грозовое племя. Была ожесточенная кровавая битва. Серая дралась на обрыве с Изюмкой. В какой-то момент Серая оступилась и чуть не угодила в бездну, но она успела зацепиться лапами за обрыв. Изюмка подошла к висящей кошке и торжественно заявила: «Смотрите, как я сброшу вашего предводителя прямо в бездну». Изюмка сбросила Серую, и ее тело быстро полетело вниз. Пока Серая летела вниз, она пролистывала те моменты, когда Изюмка была ее ученицей, и не могла поверить в то, что Изюмка так поступила с племенем. Серая не переживала за себя, так как это была всего лишь ее вторая жизнь, и она выжила. Сама Изюмка радовалась сотворенным недолго, она начала осознавать, что натворила. В этот момент на нее напал кот из грозового племени, но она не сопротивлялась. Она понимала, что заслужила это, и кот ее убил. Ну а на этом все, коты. Надеюсь, вам понравилось, так как я это делала всю ночь. И да, тот самый огромный минус Изюмки – это то, что когда она злая, то она сама не осознает, что делает. Всем удачи, всем хорошего настроения. Девчонок с 8 марта. Всем пока.